У меня этим летом тоже 2 цветочка родилось, 2 моих сыночков. Поэтому для меня это лето самое замечательное. Я думаю, что у нас город самый замечательный. А любимое место отдыха семьи Караваевых – Ковыринский парк. И в этом году, говорят, сквер стал просто неузнаваем. Теперь каждую неделю его прибирают члены общественной организации. От прежних куч мусора не осталось и следа. Но сейчас маму двойняшек особенно радует новая аллея из молодых клёнов и лип. Ее высадили представители всех ТОСов вместе с главой города. На заключительной встрече участников проекта «Зеленый город». Вместе давайте. Вот так. Вот так. Вот так. Во. Здорово, давай вместе. И десятки молодых растений этой осенью украсят еще как минимум 3 парка города. Подарочные сертификаты на высадку вязов, берез, кустов рябины и сирени получили ТОСы-финалисты конкурса «Зеленый город». Ну а главный приз – установку спортивной площадки – завоевало территориальное общественное самоуправление «Студенческий городок». Бурные, бурные аплодисменты! Спасибо. Теперь мы знаем, куда можно сходить, заняться спортом на выходных. Это было заброшенное такое место у общежития номер 3. Выпилили лишние деревья, вырвали лишние кустарники и стала целиком готовая зона. Дальше мы создали своими силами дорожку пешеходную, да, то есть чтобы там можно было ходить. Привезли туда гравий. Выбрать победителя было непросто, признаются организаторы. Фейерверк творческих идей у каждой из 10 общественных организаций города. Все лето они благоустраивали свои территории отдыха. Но, как признались сами участники, между ТОСами конкуренции не было. Вместо нее только взаимопомощь и сотрудничество. Здесь нету победителей, здесь нет проигравших, здесь все победители. То есть, в принципе, выиграл весь город от того, что стало лучше, красивее везде. И как считают организаторы, проект «Зеленый город» – это пример успешного партнерства бизнеса, власти и общества. Как символ прочности этих отношений – кованое дерево, которое установили в Ковыринском парке. Металлическими корнями оно уже вошло в историю проекта «Зеленый город». Кстати, сам конкурс будет продолжаться, ведь проблемных зон, уверены специалисты, в городе еще много. Таких зон у нас еще достаточно много, где надо наводить порядок. И самое главное – его поддерживать в той же... рассаде деревьев, да? Значит, в рассаде цветов, где-то технологические консультации. Ну а в следующем году участвовать в конкурсе будет еще интереснее. В качестве главного приза победитель получит комплексное благоустройство своего микрорайона. Алена Шипилова, Игорь Трифонов, Новости Вологды.